Спортивный врач – это главный специалист по слабостям игроков. Он же является помощником в их устранении. Но какими качествами должен обладать этот специалист? Может быть, он должен быть сильным или высоко прыгать? Нет, все не так просто, как вы думаете. Неожиданные падения, резкое принятие ударов – все это чревато травмами. На тренировках вероятность неосторожного движения также высока. Спортивный врач не просто человек, готовый всегда оказать помощь. Он также специалист, который наблюдает за действиями игроков. А почему он принял слабо, почему упал? На все есть причины, и врач должен быть готов к незамедлительному устранению слабых мест игроков. Наблюдая с трибун, мы и представить себе не можем, с какими усилиями блокирующие или диагональные играют. Но даже сейчас мы можем видеть, как спортивный врач волейбольного клуба «Зенит Стуруа Вахтанг» наблюдает за движением игроков. Травмы не бывают неожиданными, и нужно быть всегда начеку. Ненормированный график, и даже в те дни, когда мы свободны от работы со спортсменами, работа находится герой. Но также нужно делать все возможное, чтобы их предотвратить. У спортивных врачей нет стабильного графика. Чрезвычайные ситуации не заставляют себя ждать, и специалист должен быть всегда наготове. Быть спортивным врачом – тоже своего рода спорт. Постоянные тренировки в виде промежуточных травм, нагрузки в виде физических разминок и многое другое. Игроки отмечают высокий профессионализм Вахтанга Андреевича и безусловную необходимость в специалисте. Ведь слабые места могут иногда сыграть сильную роль.